Всем привет, с вами Мистер Чейзер, смотрите мой же сплей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от такой игрушки, как Killer is Dead, Nightmare Edition. Если честно, об игре я не знаю ровным толком ничего. Знаю только то, что это игра от японских разработчиков, даже не помню, как называется их студия. Но раз это игра от японцев, то можно от этой игры ждать чего угодно. Ибо они... Мне, как мне кажется, только японцы не боятся сейчас выпускать на рынок что-то инновационное, экстраординарное, что-то, скажем так, спорное и очень рискованное. Ну и, в принципе, Killer is Dead, это Nightmare Edition, оно было специально, это специальный порт для персональных компьютеров, так как сам Killer is Dead оригинальный вышел где-то год назад на домашних консолях, таких как Sony PlayStation 3, а вот насчет Xbox я не уверен. Но на Sony 3 он точно выходил. Ну и в принципе... Не, если я вдруг не прав, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. И в принципе, об этой игре я ни черта не знаю. И я надеюсь, что сейчас что-то да прояснится. В принципе... Что по этой игре можно сказать? Это типичный такой вот коридорный экшен от третьего лица. Сделанный очень и очень, скажем так, в необычной обертке. В том плане, что графика здесь какая-то, ну, странная, не похожая ни на одну из графических, скажем так, технологий в играх вообще. Какой-то селл-шейдинг очень и очень дикий. Ну, в общем, давайте сейчас сами все увидим. Уровень сложности нормал. Поехали. Игра, кстати, еще английская. Русскую версию я, к сожалению, не нашел. Ну и по возможности постараюсь вам что-то переводить. Хотя голова у меня сейчас совсем не варит. Посмотрим. Ну, пока что сейчас мне очень напоминает заставочка что-то в стиле... как там, Город грехов был, где там все было черно-белое и только красный цвет выделялся. Так, девушка была похищена. Окей. Тени. Ну, так как это игра от японцев, то, естественно, тут преступные синдикаты, скорее всего, какие-то будут. Вот такие ребята с катанами будут бегать. И рисовка очень-очень необычная. Вы сами уже это видите. Какие-то технологии странные. Ну, японцы делали игру. Что скажешь? Типа убийца. Executioner. Типа тот, кто проводит экзекуции. Ну, парень, будешь сейчас стрелять? По идее, мы из-за этого паренька играем, который сейчас на переднем плане. И камера так смещается за его спину, как будто мы сейчас будем им что-то делать. Вау, 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 вау. Мышка очень жесткая. Камера контрол. Это, конечно, все классно, но мышка. А мы. Дайте в настроечки зайти, пожалуйста. Еще меня что. Вот что меня первое бесит. А, нет. Или нет, подожди. На Enter мы выходим. А не выбираем какой-то из пунктов. Мы выбираем пункт на левую кнопку мышки. Зачем? Давайте-ка контроль. Так не надо мне сейчас... А, вот-вот, все правильно, гейм... Не надо мне геймпад, я хочу на клавиатуре с мышкой. Нет, я хотел, знаете, что... Я хотел не это сделать, я хотел чувствительность немножко поднастроить. Чувствительность, где ты? Ладно, ладно. Просто что-то с чувствительностью не то, она какая-то слабенькая. Ну и как я вижу, нам вообще как-то насрать на то, что какой-то чувак с автомата стреляет. Пока что ни черта не понятно. Ну ладно, идем. Бежать можно? Нет, нет, нельзя. И что? Ну и что? Стиль игры, конечно, интересный. Ни черта не понятно пока что. Я как будто Watch Dogs запустил. Где ни черта тебе сначала не объясняют, и просто кидают в гущу событий.
Чекмейта. Типа, выкуси-ка это. И что? Мы отбивали там пули мечом. А тут этот парень подошел, сказал, типа, выкуси-ка, стрельнул. И, в принципе, не знаю, были миллисекунды, чтобы отбить пулю. Что за бред? Игра называется «Убийца мертв». Ну, в принципе, я так понял, роль убийцы отыгрывает вот этот персонаж, который сейчас валяется. И, по идее, мы будем в аду бегать или еще что-то такое. Или сейчас он встанет. А, ну да. Конечно. Пуля в лоб. Старомодно. Странно, что нам не объясняет. Никто, главный герой, никто это... Не говори мне. Только не говори мне, что ты... Ну? Что ты тьма? Зажми F. Хорошо. Окей. Ни черта непонятно. Пока игра не впечатляет. А, господи Иисусе. Сколько же варенья вытекло. Это что за фигня? И чё это? Класс. Класс, за 42 секунды прошли игру. Ой, этот уровень. А в чём прикол? Каждый раз, когда ты обновляешь свои хайскоры, твои очки в мировом, на мировой доске поднимаются. Ну да, логично. Блин, что это за игра такая непонятная? Новая миссия открыта. Класс! Класс! Очень длинная миссия была. Ладно, поехали. Думаю, сейчас что-то будет поинтереснее. Там надо будет бегать, мочить кого-то. А то что-то как-то первая миссия вообще не впечатлила. Но пока что игра выглядит только стильно. Какой-то эпизод 2. Как будто сериал смотрим, честное слово. Игра выглядит стильно, но сюжета нам ничего не объясняют. Геймплея я пока не увидел. Просыпайся. Монда, просыпайся. Открой свои глаза. Потихонечку. Время сделать свою работу. Мы должны заплатить за охоту или как-то так. Я не совсем понял смысл того предложения. Чья-то рука скользит по какой-то фигне. Или что это? А, понятно. Просто нет, без комментариев. Ну что, сюда в симулятор порно играем. А, Мондо, ты меня слышишь? Эй, дайте мне секундочку. Я уже почти закончил. Время вышло. Извини, крошка, у меня есть работа. Но после этого мы продолжим там, где остановились. Не могу дождаться. Я знаю, но я не задержусь долго, я обещаю. Тогда мы можем поехать на мое место. Мондо, скотина! Я прощу тебя в этот раз. И? Че, что ты имеешь в виду? Я налила вино, что-то там. Наш главный герой зовут Монда, единственное, что я понял из их диалогов пока что. И то, что он очкарик. Приближаясь к цели. И у него что-то с левой рукой не так. Оставьте все мне. Парень, сильно у тебя левая рука, конечно. Прям робокоп какой-то. Вау. Так, если будет геймплей?
Так, левая кнопка мышки, катана комбинейшн. Зажмите левую кнопку мышки, отпустите. Какой-то лунный... Слэш! Вот, уже понеслась! Ну, что-то похоже уже на геймплей. Правда, состоящий пока что из одной кнопки. Что мне не очень нравится. Парни какие-то с булавами. О! Блин, ну типичный слэшер, но просто... Но ни комбинации, ничего нет пока что. Только зажать можно кнопку и все. Противники вообще стоят столбом. Это интересно вообще играть? Единственное, наверное, прикольно, это музыка на заднем плане, которая играет. Так, выпадающие предметы. Когда вы побеждаете каких-то вайеров, вы можете забрать их части тела себе. Ну ладно. Вайер синапс восстанавливает здоровье, а энергетическое ядро восстанавливает кровь. Лунные кристаллы. После сбора выпавших предметов ты можешь апгрейдить своего персонажа. Понятно, понятно. Кристаллы жизни. Увеличивают твой запас здоровья. Да блин, я понял, дайте мне уже поиграть. Ди геймплей. А, о, дверь. Чувствительность мышки здесь какая-то странная. И мышка плавает. Вот я сейчас подвинул, и все, я ее не трогаю. Она как бы еще как по льду идет. Плывет. Ну, блин, здесь комбо вообще нет. Я только одну кнопку мышки зажимаю. Это не геймплей, ребят. А там еще какие-то кнопки есть. Ладно. Пока игра не впечатляет. Очень слабенько сделано. Единственное, что пока спасает, это стиль. Довольно клевый. Впечатляет. Мне нравится вот эта работа с тенями. Ты новичок здесь? Сэр! Отпусти меня, тупица! Маленькая сволочь. Ты разлила вино на мой костюм. Я твой противник. Понятно. Чего? Я со своей работой справляюсь отлично. Не так ли, Брайан? Босса здесь нет. Он ждет тебя на столе. Ему есть что сказать тебе. И что? Я очень благодарен. Удачи, пацан. Однажды ты пройдешь по этой тропе так же, как и я. И на этой работе ты всегда будешь встречаться лицом к лицу с тьмой. Поэтому тебе нужно найти маяк света, который будет тебя сопровождать. Спасибо тебе. Я не забуду эти слова. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А что происходит? Что я делаю? Это, как бы, левая кнопка мышки, фазы вин! Чё произошло? Что здесь происходит? Киборг? Как насчет выпить? Это чувак очень напоминает киборга из Титанов. Брайан, неужели я ошибся? Да. Блин, не успел понять смысл. Ну ладно. Короче, не нужно было выходить против него. Того какого-то парня. Скажи мне. Ты принял тьму? Ты принимаешь тьму? Как бы частично. Я был зачарован ее красотой и ее хаосом. Как тьма, как ночь. Все так чувствуют. Но сейчас это не имеет значения. Но следи за этим пацаном. Он очень опасен.
Покажи ему правильный путь. Хорошо, сделаю. Тост за экзекуционеров. Согласен. И я чайку глотну с вами, пацаны. Вы венцо, я чай. Окей. 1950 года выпуска. Брайан. Была ли моя жизнь тратой времени? Фу, гадость какая! Скотина, ты пол заляпал. Все в жизни это трата времени. И у тебя тоже левая рука крутая. Что с вами не так? Никогда не забывай этого. Что убийца мертв. Пафос, эпик. Но никто ничего не объясняет. И... А, окей. Блин, ребят, я даже не знаю, как реагировать на эту игру. Итак. Давайте предоставим все убийству. Что? Уровень про... Что это за игра? Что здесь? Ладно, давайте еще один уровень пройдем. Если они такие коротенькие. Я вообще... Я ни черта не понял из этой игры. Вы что-то поняли? Мы играем за какого-то злого пацана, которого поглотила тьма, или который принял тьму. И все! И мы убиваем каких-то других пацанов. Женщина боли. Что? Постоянно нас встречает одна и та же заставка, которую нельзя пропустить. Эпизод 3. Блин, сделали бы уже тогда анимационный фильм. Я бы посмотрел его с удовольствием. Нахрена делать такую никчемную игру? Ладно, давайте еще поиграем. 2 недели спустя. Дадим этой игре еще шанс на этот уровень. Это сегодня начинается? Мика, вставай. Время идти. Че? Одевайся. Время выходить в офис. Что, что? Мы опаздываем на тесты? Я опаздываю на тесты. А что значит меня? Ты, конечно же, провалишься. А, черт, я этого так и боялась. Я неудачница. Мне нужен ассистент. Правда, что ли? Да. А теперь давай одевайся. Сделаю все, что в моих силах. Я ничего не понял. Мада, левая рука что-то там делает. Класс! Я даже не успел прочитать. Ладно. Доброе утро. Мада отчитывается. И его ассистент Мика. Я буду помогать ему. Очень отлично, новичок. Но ты готов к работе. Спаси ее сегодня. Типа, защищаю сегодня. Все в порядке, вы двое. Слушайте. Мы в стране первой защиты. Мы что-то там занимаемся налогами. Мы не можем позволить потерять единственный шанс. С этого момента каждый... О чем эти диалоги? Можно их пропустить. Дайте просто геймплея мне. Я хочу рубить, кромсать, крушить. Сюжет, который нам просто, знаете, как будто бы из какой-то... Из центра сюжета взяли, просто кусок вырвали, и нам сейчас вначале его предоставляют. Ладно бы это был какой-то флешбэк, да? Ну блин, что тут происходит? Я вообще ничего не знаю об этой игре. Как вы можете мне это пихать? Чтобы я что-то пытался понять и разобраться в этом. Геймплей здесь ужасный. Одна кнопка мышки работает. Левая. Которую надо периодически зажимать. Итак, где наш клиент? Я могу рубить, ничего. Ладно. Здорово.
Вот это медсестричка. Челлендж? Заходи в любой момент, я буду тебя ждать. Ага. Она накачала нас кровью. Ну окей, прыгать нельзя. Здесь вообще ничего делать нельзя. Что это за игра такая? Извините меня, сэр, пожалуйста, мне нужна помощь. Тебе помощь? Моя сестра, пожалуйста, спасите ее. Моя старшая сестра, она потерялась. Как ее имя? Алиса. В стране чудес, что ли? Где же она сейчас? Мужчина, пожалуйста, помогите Алисе. Я вас умоляю. Где сейчас Алиса? Она убегает от страшного человека, поэтому я тоже напугана. Вы можете мне доверять. Меня зовут Монда. Как ваше имя? Алиса? Что? Я ничего не понял. Ее зовут Элис, а тебя зовут Алиса. Что тут происходит? Поспеши. Мне есть для тебя подарок. Что это такое? Японцы, хватит выпускать игры, которые непонятны никому, кроме, наверное, вас. Дверь. Окей. Дверь шиворот на выворот. Вау. Геймплей! Я тут сейчас тупо жму все кнопки. А, вот. Можем уклоняться, блокировать. О, как это круто! Ты что? Я ж теперь могу блокировать удары противника! Как это круто! Ага. Можем делать рывки. Ну вот хоть что-то уже. Кроме левой кнопки мышки. Честное слово. Тебе нужно проникнуть сквозь блок противника. Кью. Тебе нравится это? А мне не очень. Собираем какую-то херню. О! Кексик. Отвратительно. Почему отвратительно? Это кексик, который положил себе в карман. Класс. Тебе кексик дать, Алиса? Это действительно Алиса в стране чудес. Черт, тебя дери. Вау. А тебе кексик. Под мышкой его прятал. Спасибо тебе. И чё? Что за женщина там? О-о-о! Вот это уже более-менее на геймплей похоже. Адреналин бёрст. Ой, это тут уже более-менее геймплей. Уже что-то напоминающее геймплей. Так, что-то веточка какая-то. Давайте заберем ее опять же под мышку себе. Котов убивать нельзя, очень жалко. Тебе это принести надо. Опять из-под мышки, на. Че такое? Спасибо. Опять. Что за бред? У меня игра начала даже лагать. Ладно, на этой лагающей ноте, думаю, можно остановиться, ибо... Я не знаю, для кого сделана эта игра. Мне она абсолютно непонятна. Абсолютно я не знаю, какой смысл этой игры, какой сюжет в этой игре. Кто главный персонаж? Кто вот эта женщина? Что здесь происходит? У меня слишком много вопросов. А ответ, наверное, будет один. Потому что... Ладно,
Кто хочет сохранить себе нервы, лучше не играйте в данную игру. А на этом, думаю, все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И пока! Мика は直感だけは鋭い。気になるの。どうしたの？そんなにランプが気になる？手が届かないところにはモンド、あなたの左腕の使いどころよ。